Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Сегодня мы покажем вам, как правильно открывать гранат. Плод граната является ягодой и содержит много витаминов, минералов и микроэлементов. Витаминов С, П, В6 и В12 в гранате больше всего. Плоды формируются и зреют в течение 4-5 месяцев. Естественный ареал произрастания граната охватывает территории Турции, Азербайджана, Абхазии, Южной Армении, Грузии, Ирана, южную часть Западной Туркмении и Афганистана. Гранат – растение субтропического климата. Нормально растет там, где температура не опускается ниже 17 градусов. При 20 обмирает вся надземная часть. Итак, чтобы правильно открыть гранат, нужно найти несколько граней. Теперь по этим граням нужно сделать надрезы. Будьте осторожны, берегите пальцы. Надрезы сделали. Теперь нужно с усилием потянуть за хвостик, придерживая гранат, как будто открыли крышку у кастрюли. Теперь внутри граната нужно найти тонкие белые мембраны, разделяющие гранат на сегменты, и сделать вдоль них глубокие разрезы. Теперь мы легко и просто открываем гранат. Получается вот такая гранатовая розочка. Вот таким вот образом можно открыть гранат. Та-дам. Вот такой образ красивый и хороший. Да, нам понадобится 5 минут. Чтобы открыть гранат, нам понадобится всего лишь 5 минут. И это очень мало. Так всегда будет. Все ягоды останутся на месте, и вы не испачкаетесь, не перемажетесь. И в общем, все будет отлично. И вы ничего такого вкусненького съедите. Пока, девчата, ребята, мы кушаем гранат. И всем пока. Пока. Пока.